Ну что ж, дорогие друзья, всем привет, с вами Дариди. Мы играем сегодня с вами в игрушку Супер Тачки, приложение ВКонтакте. Вот, ссылка на игру будет в описании, можете перейти и поиграть сами. Так, ну что ж, играем. А мы тут с вами все прошли, получается, что ли? Интересно. Так, ну что ж, давайте какие-нибудь, давайте последним пробуем. 18 уровень. Пробуем пройти. Кстати, у нас же есть крутая тачка. Ну-ка. Так. Давайте пойдем в магазин. За 3 голоса давайте купим вот эту тачку. Почему бы и нет? Вот, я, по-моему, с вами обещал, что я куплю эту тачку. Вот, я ее покупаю. Не забывайте за это ставить пальцы вверх. Вот, если будут пальцы постоянно вверх. Видео, где мы... Так, где мы тратим деньги, то за это будут более интересные серии. Более чаще будем с вами покупать что-нибудь. Так, я же купил, да, по-моему? Все, можно выбрать ее. Так, что ты будешь делать? Так, ну все, я так понимаю, мы ее выбрали, да? Так, нас что-то перекидывает. Так, ну вот это выбрали, вот это выбрали. Можно это выбрать. Блин, я понял, потому что нажимаю вот. Так, немножко вот на саму как бы. Я что, ее не купил еще, что ли? Я ж, по-моему, покупал ее. Давайте сейчас. Сейчас-то мы точно купим ее. Да что ты будешь делать? Я 2 раза, что ли, потратил? Ладно, сейчас. Так, ребят, по ходу дела я 2 раза потратил с вами голоса, и тачку мы так и не приобрели. И что это значит? Это какая-то надираловка, ребят. Блин, ребят, это видео срочно должно попасть разработчикам. Так, я сейчас покажу вам. Настройки. Платежи. 2 раза я потратил на приложение -3 голоса. -3 голоса. И тут -3 голоса. Переходим сюда. Так, и тачка-то не приобретена у меня. Ее нету. Фигово, ребят. Надеюсь, мне вернут эти 6 голосов, если они не доделали эту машину. Я же ее купил, а выбрать не могу. Я могу так 1000 раз покупать, и смысл? Да что ты будешь делать? Так, какой-то глюк. Ну давайте с вами хотя бы на этой машинке покатаемся. Я могу другие купить, но в следующей серии просто надо как-то разработчикам, что ли, это видео послать. Почему вообще я не могу ее выбрать? Я же ее купил 2 раза, причем купил. Это какой-то бред. Я просто расстроен. Все, мне даже играть неохота. Спасибо вам, разработчики. Люди тратят деньги, вот вы их получаете, а продукт-то не готов. Почему? Где моя тачка? Я что, зря тратил? Зря тратил деньги. Ладно, немножко прокатимся. Много не будем. Ты что-то будешь делать. Так, погнали. Супер нитро. Хотя бы один раз перевернусь. Перевернись. Так, отлично, мне дали... Еще нитро одно. Мне также много-много-много ракет. Сколько раз могу перевернуться? 2 раза. Отлично. Ух ты, блин. Также у меня много ракет. Так, очень тяжелая машина, конечно же.
сложнее играть. Сколько много ракет. Я, по-моему, первый, да? Занял первое место. Не, серебро занял. Давайте какую-нибудь другую еще поиграем. Вот в эту. То есть не покупайте тогда эту машину за 3 голоса. Пока не увидите следующее видео, где я реально на ней играю. Потратил 6 голосов и ничего не приобрел. Так. Ну-ка, тут какая-то акция, давайте нажмем на нее. Бесконечные ракеты за 2 голоса. Что-то пузело постоянно мне куда-то перекидывает. Ну так, просто пробежимся. Я разочарован, расстроен. Хотел купить машину за 3 голоса, а смысл? Ух ты, блин, ну нифига себе подлетели. Так, на шариках. А на машинке так мы и не покатались. Печально, что могу сказать. Ох ты, блин, утонули. Ладно, ребят, что-то даже играть неохота. Давайте выйдем тогда уж. Идем в магазин. Тачка-то куплена, приобретена. Причем я 2 раза ее купил. Можно и 3 раза покупать. Вот это я не могу уже купить. Меня перекидывают, я не могу, потому что я нажимаю на эту... О! Неужели мы ее выбрали? Блин, ну я все равно потратил 2 лишние голоса, и мне их никто не вернет. Хотя бы мы ее выбрали, это уже радует. Давайте попробуем сейчас покататься. 7, 14, 21 рубль я потратил лишних. Хоть бы... Хоть вы, мои зрители, ставьте палец вверх, вы мне этим поддержите. За то, что я сделал. Я старался для вас, но... Вот, тачка крутая. Сейчас мы на ней покатаемся. Так, ну реально круто. Она просто летает. Так, и она довольно-таки крепкая. Ну, блин, назад, короче, мы. С вами немножко. Ладно, дубль 2. Со второго раза мне получилось. Тут, короче, все монстры играют, все крутые тачки. Где, кстати, они? Так, отлично. С помощью своих ракет мы избавляемся от них. Немножко оставим, пригодятся. Так, отлично, побеждаем. Первое место. Ну, в принципе, я и не сомневался. Давай попробуем предпоследний пройти. А, все, у меня закончились жизни. Ну, в другой части, ребят, с вами продолжим играть. Вот, поиграем еще на этой машинке. Ссылка на игру в описании будет, так что приходите, играйте. С вами был Дарья, ребят, всем до скорого. Пока-пока. Все-таки хорошо, что мы разобрались. Довели дело до конца, у нас получилось выбросить эту машинку, вот. Ну, так что можно покупать, но там как-то кнопка неудобно сделана, поэтому сложно на нее, короче, перейти. Вот, ну, 3 голоса у меня, я думаю, никто не вернет. Печально. Ну все, до скорого, ребят, пока-пока.